Этот дворик на улице Станиславского в местечке Сортировка мог бы стать образцовым. Детишки, играющие на площадке перед домом, цветы в палисаднике. Идею омрачает только не цветочный запах. Причина тому – нерегулярный вывоз мусора. Эта проблема у нас началась после майских праздников, когда у нас был субботник, и как бы машины приезжают периодически, где-то, может быть, раз в две недели, и из-за этого у нас образуется здесь свалка. Помимо этого, существует еще один нюанс. Сюда свозят мусор жильцы располагающегося по соседству частного сектора, не оплачивающие его утилизацию. Причем делают это в наглую, не обращая внимания на возмущенных местных жителей. Приехала машина сюда большая, я подошла и говорю: молодой человек, чего вы сюда кидаете? А он говорит: а ты иди отсюда, бабуша. Я говорю: а что ты меня ругаешь-то? Я сейчас номер запишу тебя и накажу. Я здесь в этом доме живу. Окошко нельзя открыть. Говорю, пахнет. А хочется, чтобы вот у меня был хороший дом-то, а в квартире так. Он мне нагрубил, конечно, и повернулся туда. Матрасы бросил, эти мешки какие-то бросил туда. Все выбросил и поехал. Бороться с этим жильцы устали, поэтому повесили вот это объявление неподалеку от мусорных баков. Во что в дальнейшем перерастет мусорная война, покажет время. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.